Девчонки, всем привет! Сегодня, как вы поняли из названия, будет видео о пустых баночках, которые у меня накопились за ноябрь месяц. Это вот такая вот картинка. Здесь уход за волосами и уход за лицом, и немножко уход за глазами и декоративная косметика. Если, девчонки, вам интересно данное видео, то оставайтесь со мной, добро пожаловать на мой канал. И приступим. Девчонки, начну, наверное, с уходом за волосами. Это у меня... Это у меня вот такая вот серия от косметики Белита Витекс. Их супер очищающий шампунь с кашемиром и фруктовыми кислотами. И бальзам-кондиционер с кашемиром и биотином. Девочки, шампунь мне очень сильно понравился тем, что он... Шампунь мне понравился тем, что он не вызывает сухости, после него нет перхоти, после него волосы не выглядят как солома, после него приятно волосы расчесывать, то есть они блестят, податливые, они рассыпчатые. Мне очень сильно в нем это понравилось. Что могу сказать о бальзаме? В первых пустых баночках я рассказывала о том, что он за ту стоимость, что он стоит в магазинах и что он делает с волосами, это бесспорно тот продукт, который я буду брать. Он хорошо увлажняет, после него волосы хорошо расчесываются, они также податливы и они очень достойно выглядят. То есть даже никто не поймет то, что вы пользуетесь действительно копеечным каким-то продуктом. Уж поверьте мне, на моем опыте я очень много испробовала всяких разных бальзамов, масок, и были намного дороже и ужаснее. Так что, девочки, если девочки, у вас получится увидеть этот бальзам и шампунь в магазине, то не раздумывайте, берите, я думаю, вам он также понравится, как и мне. Но при одном условии, если у вас волосы не окрашены. Я только за это могу говорить. Следующий продукт, это у нас от компании Капус. Это у нас идет шампунь для частого использования. Использовала весь вместе с этим шампунем. Мне понравилось то, что с ним можно 2 дня не мыть волосы. Мне понравилось то, что он не сушит волосы. Мне понравилось то, что после него нет перхоти, нет раздражения. У него приятный запах. И волосы также. Я просто бывает так, что я могу помыть волосы и не воспользоваться ни кондиционером, ни бальзамом, только каким-то флюидом для кончиков. Вот этот шампунь мне понравилось то, что, несмотря на то, что он профессиональный, он не пересушивает волосы. Ему за это просто респект. Так что, девочки, если будет возможность приобрести, приобретайте, потому что цена-качество мне очень сильно понравилось, так что советую. Следующее, что хочу показать, это мамочкам на заметку, это вот такой вот шампунь для чувствительной и проблемной кожи. Этот шампунь идет у нас с экстрактом череды, ромашки, календулы и пантенолом. Девчонки, у моего ребенка на Бёбхен, на Джонсонс Бэби, на вот различные марки детской уходовой косметики появлялась сыпь, раздражение. Вот это вот единственный шампунь, на которой у него нет никакого высыпания, у него хорошо очищаются волосы, несмотря на то, что он может там чем угодно их запачкать, там и краской, и фломастерами. Хорошо. Этот шампунь прекрасно очищает, не щиплет глазки, нет никакого раздражения. Стоит он тоже там вполне, не знаете, не заоблачные какие-то стоимости, но мне очень сильно понравилось, так что, девчонки, советую, присмотритесь, возможно, вы себе такой тоже возьмете. Следующее, это будет у нас уход уже за лицом. Я начну, наверное, с очищения. Это, знаете, на заметку тем девочкам, у которых бывают иногда какие-то высыпания, но это не критично. Вот это, девчонки, присмотритесь. Тоже стоит бюджетно, на сегодняшний день, наверное, слово бюджетно будет очень сильно актуально, в кризисные-то дни наши. Девчонки, он замечательно очищает, после него нет вот этой вот, знаете, страшной сухости. После него кожа подготовлена к тому, чтобы вы воспользовались лосьоном, кремом своим, то есть, да, лосьоном и кремом. То есть, девчонки, присмотритесь, он... Не сразу же, если какое-то у вас высыпание есть, уберет, он просто будет потихонечку убирать его. То есть мне вот это в нем нравится. Я его периодически беру. То есть, следующее, что хочу поделиться, это вот такой вот лосьон Дюкрей. Если, девчонки, вам интересно о нем узнать подробно, вы, пожалуйста, мне в инфобоксе оставьте комментарий, чтобы я могла знать, хотите ли вы о нем узнать более подробно, чем я вам сейчас скажу. В целом могу сказать то, что этот тоник, лосьон, который, в принципе, меня не разочаровал, но на 100% он меня, знаете, не удивил. Вот такое двоякое с ним какое-то, знаете,
ощущение, но думаю, то, что это тот продукт, который, которому стоит присмотреться. Но он не экономичный, ушел за 2 недели. Моментально, так что мусорку. Следующее средство, сейчас я буду рассказывать стихи, сейчас я буду петь оды, это, угадали, это кора. Фитокосметика, это крем-маска с фруктовыми кислотами. Как вы поняли, я вот прям добивала. Девчонки, я, ну не знаю, просто я в него влюблена. Как вы уже видели из моих видео, я просто в него влюблена. Как вы поняли, из моих видео о косметике Либлидерм, кто не смотрел, проходите. Девчонки, то, что сделал со мной Либлидерм, и то, что сейчас вот в чем помогал мне, к сожалению, вот это кончилось, буду сейчас новую открывать. Вот это вот делает то, что вот если у вас есть какие-то гнойные высыпания, они оставляют вот эти вот пятна противные, которые ты не знаешь, что делать, как их замазать, можно их вылечить и осветлить это вот этой вот косметикой. Девочки, присмотритесь. Вот серьезно, хватает ее, ну, как и любую маску, они недолговечны, но она действительно работает. То есть это тот продукт, за который мне не жалко платить, мне не жалко ему пить оды, мне не жалко его восхвалять. То есть, девочки, если есть возможность, увидите, хватайте, берите и пользуйтесь, правда. Матирует, выравнивает кожу. Если у вас жирная, она ее вот, ну, она делает то, я не понимаю просто, да, вот она выравнивает цвет кожи на том месте, где были пятна. Она это делает. Не сразу же моментально так по щелчку, она постепенно. Но, я не знаю, просто, девчонки, присмотритесь, классная вещь. Просто я люблю ее. Нежно-нежно. Следующее средство, это у меня от косметики Биотерм. Вот такая вот, она называется Skin Best. Тоже в коробочке красоты попадалась. Забил поры, после него были подкожники, которые мне помогла убрать косметика Кора. Но я считаю, то, что зачем брать косметику, которая забивает поры. Возьму ли я ее? Нет, конечно, не возьму. Что-то как-то мне не понравилось. Вот, не знаю, я не поняла. Знаете, мне вообще показалось, что она какая-то такая силиконистая. Тут немножко вот есть. Но правда, она как силикон, как масло силиконистое. Мне не понравилось, девчонки. Мою чувствительную кожу склонную, вот как вы уже поняли, если что-то не так, какая-то косметика не такая, у нее происходит высыпание на ней. В урну не возьму ни на что никогда. Следующее, что хочу показать, это масло для губ. Карамель, крем-карамель. Девочки, пользовалась им год, выбрасываю, потому что закончился срок годности. Его здесь очень много, я уже не знала, куда его намазать. Но могу сказать так, единственное, что мне в нем не понравилось, то, что он какой-то, знаете, пленкой что ли ложится, то, что он, да, действительно, он ухаживает как-то за губами. Если у вас есть обветривание, он их уберет. Но все равно мне кажется, что вот эта вот пленочка, которая, наверное, собственно, и сохраняет. Как-то вот тоже, знаете, 50 на 50. Но, в принципе, сказать, что совсем плохо, не могу сказать. Так что, если вы не знаете, что себе взять для губ, вы можете, в принципе, взять вот такую вот штучку от Nivea. Следующее, это у меня для глаз. Это у меня идет сыворотка от темных кругов и мешков под глазами. Это у нас греческая косметика Fresh Line. Мне дали пробник в RevGosh. И вот здесь немножко, но могу сказать так, то что несмотря на то, что здесь маленький пробничек, 2 мл, я им пользовалась, наверное, дней 5, может быть, ну да, где-то дней 5, немножко темные круги осветлил, так что, девчонки, идите в RevGosh, берите пробничек и пробуйте. В принципе, неплохо, мне понравилось. Следующее. Это, вы знаете, такое вот у меня какое-то мнение сложилось непонятное. Это у нас идет Бенефианс, Шосей, да, я не показала, к сожалению, в отзыве. Забыла то, что у меня они в пустых баночках лежат. Девчонки, это патчи под глаза. Вот такие вот прелестнейшие патчи под глаза. Ой, патчи под глаза, простите. Вот такие вот патчи под глаза. Они пропитаны здесь, сейчас вам скажу, маска моментального действия для контура глаз на основе чистого ретинола. После него, вот после этой маски, у меня было, знаете, наверное, сутки я была вдохновлена вот этой вот масочкой под глаза. Кожа такая эластичная, она такая напитанная, она такая приятная.
косметика ложится замечательно. Вы знаете, вот ты смотришь на себя и понимаешь, что ну мамы меня поймут. Ох, ты отдохнула. Но проходит день, проходит другой. Закончился, видимо, этот ретинол у меня в коже. Все, то же самое. То есть, ну это знаете, если вам нужно как выглядеть в какой-то момент так очень хорошо, можно взять. Так что, девочки, присмотритесь, такая тоже неплохая, в принципе, вещь. И следующее, это у меня декоративное, это тоже от RevGosh, это тушь для ресниц Гурмандиз, Non-Stop Warrior, маскара в синем цвете. Очень сильно мне понравилась здесь вот такая вот щеточка. Вполне очень достойная тушь за ту стоимость, она делает эффект таких, знаете, вот... Не скажу, что кукольный, но действительно волюм такой. Если вот вы захотите вечерний макияж сделать, в принципе, с ней добиться можно. Мне понравилось. То есть я была удивлена, я взяла что-то в пределах, по-моему, 200 рублей. Но мне понравилось. То есть я думаю, что я повторю покупочку такую. Да, неплохая тоже. Несмотря на то, что как бы я от нее этого не ожидала. Просто хорошая тушь, девочки, действительно, присмотритесь. Девчонки, это были все мои пустые баночки. И если вам понравилось данное видео... Ставьте лайки, если у вас есть какие-то комментарии, предложения, также оставляйте, мне будет приятно почитать. С вами была ваша Ира, всем пока, оставайтесь такими красивыми, замечательными, любимыми.